Сотрудники администрации совместно с руководством Люберецкой областной больницы приняли решение о совместных обходах стационарных отделений и поликлиник городского округа. Цель простая – в режиме диалога получить от пациентов обратную связь для улучшения оказания медицинской помощи. Как прошла встреча в новом формате, расскажут мои коллеги. Даже слов нету. Хорошо. Прекрасно. Руководство больницы вместе с заведующими отделениями и представителями администрации округа пообщались с пациентами регионального сосудистого центра. Узнали их мнение о качестве медицинской помощи и отношении персонала к пациентам. В любом случае, есть вопросы, которые могут решить не только лечебные учреждения, но и администрация городского округа Люберцы. Поэтому надеемся на совместное сотрудничество и на позитивное решение данных административных обходов. Пациенты выражали огромную благодарность сотрудникам Люберецкой областной больницы, потому что лечение проходит на высшем уровне. Также пациенты отмечают хорошее отношение самого медицинского персонала к ним. Было одно пожелание, это по досугу. То есть это телевизоры, шашки, шахматы, все. Все остальное у нас хорошо. Такое общение прошло и в конференц-зале поликлинического отделения номер 6 на Назаровской улице. Теперь такие встречи выездной администрации и врачей разной направленности с жителями будут проводиться регулярно. Информация о времени и месте будет опубликовываться на главном сайте больницы и в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.